Всем привет, друзья, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить Принца Персии, Пески Времени. Так, тут у нас сохранение и тупик, да? Ну-ка. Где наша девушка? Так, пески, это очень хорошо. Но я вроде еще слышу. Конечно, может быть, это сохранение. Ну ладно. Что у нас тут? По-моему, первый тайник, да? Что за? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Мне почему-то кажется, что я больше не в Азаде. Вода? По-моему, максимальная такая, да? Да, максимальная ХП. Что произошло? Круто, странно. Круто, круто. Я чувствую себя. Ты чувствуешь себя и все? Но это тоже хорошо. Ну и тут, наверное, уже ничего нет. Ладно, ладно, ладно. Отдай мне кинжал. Кто ты? Я Фара. Дочь Магараджи, у которого ты украл его. Это все ты наделал. Я видел, как мой отец превратился в песок. И мы разделим его судьбу, если ты не отдашь мне этот кинжал, чтобы исправить то, что ты сделал. Твой вероломный визирь говорил то же самое. Но теперь я не доверяю никому, кроме себя. Беги! Возвращайся в приемный зал! Жди меня там! Беги! По-моему, они вообще из себя ничего не представляют. Еще один. Теперь я вспоминаю ее. Она была с нами с тех пор, как мы покинули ее. В пустыне я постоянно ощущал взгляд ее черных глаз. Теперь она опять была здесь. Она и я. На самом деле... Единственные двое, кому удалось выжить. Я сказал двое? Прошу прощения. Нас было трое. Нас было очень много. Так, кошак меня, как обычно, отвлек. Ничего страшного. Три улучшения, да? А что у нас тут?
тупик. Так, а я хотел сказать о том, что вроде озвучка и неплохая, да, но то она тише, то она громче, как-то непонятно они сделали. Ну ладно. Песочные часы. Что? Я сразу не понял значения того, что только что увидел. Но я знал, с уверенностью, которой не мог объяснить, что у этих крылатых созданий есть хозяин. Человек, который обманом заставил меня открыть песочные часы, теперь торжествует. И его цели до конца непонятны мне, но я знаю одно. Он ни перед чем не остановится, чтобы заполучить и этот кинжал. Что ж, я дам ему то, что он ищет. И я воткну этот кинжал в его черное, вероломное сердце. Просто поэт. Одна проблема, вот когда вы стоите возле стены и пытаетесь повернуть... Камера начинает баловаться. Точно наверху ничего нет? Жучки. Так, ну тут без вариантов, наверное, сюда. Отлично. Непонятно. Туда, что ли? Да я вроде оттуда пришел, правильно? Так, а там вроде спуститься можно. Такая серьезная схватка была. Ха!
Так, наверху вроде ничего, поэтому... Отлично. О, новый враг. По-моему, тут девчонки злые, нет? Ой-ой-ой, он не хочет пить воду, представляете? Как быть? Ой, отлично. Но опять же, вот девчонки громче орут, чем он там себе что-то под нос говорит. Причем это на максимум громкость выставлено. Давайте заберем пески. Есть улучшение. Окей. Там уже жесткие головоломки, да, появились. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, что нам нужно сделать? По-моему, тут секрет, да, где-то есть? Без понятия. Помню, что нужно шкафчик, по-моему, подвинуть. А вот зачем? А, вот оно что. Просто отодвинуть, да? Чё-чё? Что это было? Ладно, нашли. Надеюсь, там секретов не было.
Так, ну это мы увидели. Там веревка, да? Канат? Нет? Ну хрен его знает. По идее нельзя зацепиться, да? Или можно? Видимо, нельзя. Тут ничего. Пока не совсем понятно, что нужно делать. Ну, вроде прыгнул. Окей. Ох, слава богу! Я боялся, что ты один из них! Ты поможешь мне включить оборонительную систему Азада? Давай. Чтобы сделать это, понадобятся наши совместные усилия. Я освобожу стержни для тебя. Человек, который отвечал за это, исчез. Но ничего страшного. Опусти эту платформу до самого низа. Затем используй эти два рычага, чтобы вернуть ее назад. Видишь эти четыре стержня? Ты должен взять их все, один за одним, пока у тебя не будут все четыре. Затем подними их наверх вместе. Вау. Ты должен брать их в определенном порядке. Ну охренеть. Есть! Ты взял первый стержень. Теперь возьми еще три. Помни, стержни перемещаются по направляющим. Нижнюю в самом конце, да? Давайте попробуем еще раз. Это второй. Блин, голос, конечно. Так, это второй. А это, по идее, мини-карта, да? Или что? Крутим, вертим.
Я думаю, третий пока не стоит брать. А походу стоит, мы же тот никак не возьмем. Остался один! Не туда. В принципе, нет. Последний. Это четвертый. Теперь пойми, это четвертый. Сопоставься с гнездами. Ай. Ладно. Так. Как его... Просто поднять или нет? А нет, тут же нарисовано. Тогда крутим. По идее, вот так, да? Есть! Я знал, что у тебя получится! Теперь остался один последний шаг! Видишь эту платформу? Потяни за свой рычаг! А я потяну за свой! Платформу? Что это за машина? Я же сказал тебе! Это оборонительная система дворца! Не теряй времени понапрасну! Поверни свой рычаг! Чё за крики? Напасть на дворец Азак. Тут еще и шипы. О, о, че? Ладно. Спрыгнет. Сохранялочка. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. О нет. И зачем только я послушал этого безумца? Как будто был выбор, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
У защитных систем дворца была своя извращенная логика. Их можно было обойти при помощи специальных выключателей, которые я скоро научился распознавать. И все же было очень тяжело отделаться от чувства, что я сделал ужасную ошибку, приведя в действие эту смертоносную систему ловушек. Так, мне а чё она тикает? Что она скорее это я там дверь, да, открыл? Или чё? Захватчиков без плоти и крови. Мне это не нравится. А, да. Понял. Так, ну тут вообще какая-то жесть. Вышли на уличку. Вау. Охренеть. Как-то их многовато, нет? Чё там, боже мой, табуляция, контрол, как... Чё там использовать? Хрен поймёшь. Всё? Отлично. И еще одно сохранение. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Хорошо, ребят, наверное, мы сейчас на этом закончим. В следующей серии нужно будет осмотреться, возможно, тут... Вот такие вот секретики есть. И продолжим проходить. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии и не забывайте поддерживать прохождение лайками. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока.